Обычно работу этих людей замечают только тогда, когда система выходит из строя, а между тем сотрудники коммунальной сферы ежедневно прикладывают колоссальные усилия для уютной и комфортной жизни населения. Наша работа с вами, а я себя в том числе отношу к работникам ЖКХ, она тем важнее, чем менее заметна. Потому что как только ее не видно, значит, мы хорошо выполняем свою работу. Я каждому из вас хочу сказать огромные слова благодарности за ваш труд, за вашу работу, за вашу инициативность, за то, что вам не все равно. На территории муниципалитета 43 котельные, 32 водозаборных узла и порядка 500 тепловых и водопроводных сетей. В этой огромной инфраструктуре трудятся люди, отвечающие за безопасность и благополучие жителей многоквартирных домов. В связи с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от администрации округа и Совета депутатов. Я вам желаю от имени Совета депутатов, от себя лично, чтобы было поменьше аварийных ситуаций, чтобы все было планово, планово вы проводили побольше времени со своими семьями, и чтобы всегда вас чествовали благодарностью только в ваш адрес. Заместитель генерального директора МУП УК ЖКХ Ирина Герасимова трудится в коммунальной сфере более 45 лет. И с каждым годом любовь и интерес к профессии только растут. Работа с организациями входит в мою сферу, работа с жителями, ну и не исключает работы и с производством. То есть я не стесняюсь лазить по подвалам, ходить по подъездам. Жилищно-коммунальное хозяйство, оно год от года развивается. Появляются новые направления, новые технологии. Работать всегда интересно. Особое внимание было уделено специалистам, которые в середине января участвовали в ликвидации аварии на котельной в поселке Дрожжино. Отметили также и волонтеров. Добровольцы приносили теплые вещи и обогреватели по просьбам жителей. Позвонили где-то в 14:30, мы уже в 15:00 мы уже собрались, и то есть соцработники, волонтеры, мы вот прибыли в Дрожжино, чтобы помочь людям. Получившие награду коммунальщики отметили, что важнее всего для них благодарность людей, ведь отрасль ЖКХ затрагивает интересы каждого жителя округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.